Подпишись на Китунс, и пусть начнется бесконечное веселье! И тайный его ботиночек. Доброе утро, Скарлетт. Доброе утро, Мартин. А? Носок? Это, видимо, ваше. Да, спасибо, Мартин. Не за что. Я очень здорово помогаю друзьям. Согласна, Маус? Спокойно, Боуи, погоди. Да. На здоровье. О нет, лестница шатается. Я бегу. Спасибо, Мартин. На здоровье. Я лучший шериф. Какой чудесный день. Обожаю помогать друзьям. Но это так изматывает. Надо поесть. Подзаряжусь. Ладно, Маус, и тебе дам. Люблю сыр. Все, Маус, пора спать. Доброе утро! Плащ, шляпа, меч, значок шерифа и... А где мои ботинки? А, мои ботинки! Меня не поймать! Я неуловимая! Пахнет вкусным сыром. О, этот запах идет из Сториленда. Бэбис! Когда-то давно жил шериф всех добрей, но ботинки его жили жизнью своей. Смотрите! А? Что это? Эти ботинки живые! Сделаю фото, рассмотрим получше. О, невозможно, слишком шустрые. А? Прости, я тебя не понимаю. Он говорит, что это катастрофа. Я шериф Мартина, я не знаю, что случилось с моей обувью. С глаз, что ли? Так или нет, не дам ответ. Но я ничего не знаю о заклинаниях, а без ботинок я не могу работать. Помогите мне, пожалуйста. Конечно. Ну что, вперед! Аккуратно, они могут появиться где угодно. Эй, вон они, вон там! Поделимся на две команды. Доти, Конни, Леди и Дженна ловят правый. А остальные вместе со мной левый. Вперед! Да! Не дайте ему уйти! Бэбис, что-нибудь видите? Ничего не видим! И здесь тоже. Увы. Хватайте ботинки! Мы зацепились друг на друга! Я просто так есть хочу! Леди, не останавливайся! Леди, беги, но не так быстро! Спасите меня! А где сыр? Что произошло? Ответ на фотографии. О, как мило! Две маленькие мышки. Но как они залезли внутрь? Дело в моей любимой пище. Возможно, крошки сыра упали в ботинки, и мышки забрались внутрь. Неудивительно, сыр такой вкусный. Я понял, что вещи не всегда представляются тем, чем являются, но у каждой тайны есть объяснение. Благодаря вам я вернул себе свою обувь. Да! Спасибо, Бэбис. Без вас бы я не справился. Storyland Magic Thieves! Так закончилось.
заканчивается сказка о Мартине и его ботинках. Мы разгадали их тайну. Их таскали мышки. Что такое, леди? Все хорошо? Знаете, почему я скучаю? По этому вкуснейшему сыру. Ого, какой у тебя костюм! Спасибо. Он идеален для самой таинственной ночи года. Ночи, когда бэби съедят ведьмы! Ведьмы? Но их не существует. Это так только говорят. Говорят-то говорят, но при этом ведьмы превращают бэбис в мышей и едят их. Да я просто пошутила, вернитесь! Дримми, ты готова к Хэллоуину? Ну, разумеется. Ой, прости. Ах, голова! Что? Ты никогда не видела говорящую кошку? Это ты, Сторми. Продолжим тренироваться. Да, давай, давай. Чего она не летит? Метла же! Она потеряла силу. Я худшая ведьма на свете. Может, это из-за того, что нас видел не магический малыш? Это же запрещено кодексом ведьм! Я знаю. Наверное, колдовство перестало работать. Так, может, попробуешь наложить новое заклинание? Это нетрудно. Точно. Но какое? Это чтобы стать великаном. Нет, это стать лягушкой. Нет. Вот. Лети высоко, и все необходимое найдем в лесу. Муравьиная слеза, туфли сороконожки. А, собака! Что такое, Скот? Ого, какой крутой костюм! Присутствие рядом немагических бэбис не лишает меня способностей. Ну да. Это костюм. Я Агата. Я самый обычный малыш. Я Доти. О, что ты делаешь? Да то же, что и все. Ничего магического. А, готовишь? Что там? Пирог. Не хватает кое-чего. Поможешь? Конечно. Как весело. Так, все абсолютно нормально. Ой, что такое? Если это шутка, то не смешная. Да, монстрики такое любят. Секундочку, это метла, она же не моя. Ай! Ой, прости. Это метла настоящей ведьмы. Смотрите, она волшебная. Она ведьмина, она летает, и кошка у нее говорит. Ведьм не существует. Вы возьмете свои слова назад. Ку-ку. Вот, смотри! Класс! О, нет! Смотрите, это дело рук ведьмы! Да, конечно! За мной, я покажу! Она хочет бросить Доти в котел и съесть ее! Мы должны ей помочь! Перестань, ведьм не существует! Сама погляди! В котле так тепло, вот бы сейчас ванну принять! А ты бы хотела, Доти? Ведьмы существуют! А я говорила, надо спасать Доти. Выскочим все разом, и ведьма может испугаться. Доти, ешь Доти! А? Стойте, ведьмы не едят бэбис! А? То есть ведьмы не злые? Ой! Это все я виновата. Я худшая ведьма на свете. Ну, думаю, не прямо на свете. Говорящая кошка! Ты же учишься. Думаю, в книге заклинаний есть ответ. Верь в себя. Верно. Вот оно, антизаклинание. Прекрасно!
Магия времени, дверцу открой и все верни, как было. Ой-ой. О, получилось! Да! Да! Ну и денек! Получается, Конни была права. Ведьмы существуют. И они хорошие. Ну, мне надо учиться. Да нет. Ты можешь двигать предметы щелчком пальца. И применять обратное заклятие. И на метле летать. Но самое волшебное случилось сегодня. Я нашла новых друзей. Спасибо за поддержку. Magic Tears! Я полетела! Ух ты! Сегодня просто ночь чудес! Он был бессилен что-либо изменить. Привет, я Дримми. Что происходит? Он приближается. Сильный ветер. Скорее! Ладно, успокойся. Я Пигги. Скоро начнется сильный ветер. А мы с братьями каждый год строим укрепление, чтобы защитить книгу. Но они простудились. И все придется делать мне. А что будет, если ты это не построишь? Тогда ветер заберет самую важную вещь нашего мира. Это будет катастрофа! Я попытаюсь, конечно, но одному трудно. Бедняжка Пигги, тебе вредно носить тяжести. Ты не одна, смотри сюда. Мы рады помочь, все вместе смочь. О, тоже заболела? Вместе мы все построим очень быстро. Давайте приступать! Нам понадобится цемент, гравий, песок и кирпичи. Да, кирпичи! Да! Потихонечку. Как говорит мой брат, кирпич за кирпичиком и выйдет отличненько. Работайте, бэбис. С той стороны и там. О, нет, аккуратно, Доди. А? Время, замри! О. Продолжаем. А? Где мой кирпич? Команда работает медленно, а ветер сейчас встряхнет стену нам. Что ж, они такие тяжелые. А цемент такой вязкий. Ой, и везде лопаты. Есть идея. Может, из соломы построим? Но... Да! Видишь, так будет быстрее. Ну, быстрее не значит... Надежно. Ты права, сено не лучший вариант. Лед! Его легче тащить. Прохладненький. Мы построим иглу для книжки. Нужно больше льда. Да, еще больше. Да! Ну... Остальные куски растаяли на солнце. Да, это непросто. Но надо делать все правильно. Иначе сильный ветер разрушит этот важнейший объект. И все усилия будут напрасны. Пигги, мы будем выполнять твои приказы. Да, командуй! Вот так бы сразу! This is the song of the strong wind, and we came together to work and sing, because our world is a special place, and we have to protect this beautiful space. With hard work and determination, this will be our best creation, and we will fix this situation. When you give a helping hand, and work together as a team, there is never
Надо придумать что-то, чтобы вылезти. Лопаты у меня больше нет. Видишь, если встроили изо льда... Точно! Фруктовый лед! Как мне вкусно! Вы были правы! Важно то, что мы приложили большие усилия, и в конце концов все получилось хорошо. Обратись к кирпичу в мороженое, такое было предложено. И что же мы? И вот так Пигги с усилием и решимостью храбро встретила сильный ветер. Эта сказка будет жить, и ветер будет вести себя хорошо, дети. Помогу. Дай-ка его мне. А? Этот плащ очень необычный. Вот увидите. Аккуратно! Так. Не справляюсь с управлением. Ничего себе. Да. Уф, но что за книга? Не
пляши и не страдай, а просто мне книгу передай. Эта книга отправит вас к обладателю плаща, а ведь он очень по нему скучает. Продолжайте путешествие самостоятельно. Много-много лет назад все дети из сказки долины жили в мире. Но бэбис из долины перестали читать, и мало-помалу они начали забывать своих любимых персонажей и их сказки, пока они почти не исчезли. О, нет! Поэтому буквы со страницы исчезли, как Сидни. Но вам нужно решить эту проблему. Проживите сказку заново и дайте жизнь ей благодарную. Это новая земля. Смотрите туда. Похоже на книгу из озера. Обладатель плаща живет там? Куда ведут эти дорожки? Посмотрите внимательно на знак, и вы будете знать, куда идти. Каждая дорога — это сказка, которую вы сможете прожить. Продолжение следует. Подсказку. Сториленд. Мир историй. Часть вторая. Где мы? Обладатель плаща тут, интересно? Кто эта девочка? Привет. О, вы не местные? Мы кое-кого ищем. Обладателя красного плаща. Ты кто? С корзинки. Мой плащик. Как раз тебя мы ищем. Я сделала себе плащ из разных кусочков, но это не то. Красный плащ уникален. Он сделан из таких тканей, которые можно найти только раз в тысячу лет. Спасибо, спасибо. О, я Скарлетт. Мастер одежды Сториленда. Скарлетт. Вам это имя знакомо? Мне нет. Мы попали в сказку. Вот так неувязка. Вы откуда взялись? Меня все знают. У меня сейчас только один клиент, поскольку я отвлекаюсь и задерживаю отправление заказов. Но я сделала кое-что интересненькое. Смотрите. Ой, а где моя корзинка? О, нет. Я ее потеряла. А мне надо идти. Я должна изготовить и отправить одежду до того, как трижды прозвонит колокол. Или потеряю своего клиента. Где же она? Стой, она в ту сторону полетела. О, нет. Ага, стоп. Тут нет. Тут тоже. Куда она улетела? Корзинку тебе не найти. Но вместе мы сможем все дело спасти. Ну все, я устала. О, нет. Времени совсем мало, а там все материалы для одежды. Я потеряю своего клиента. Не грусти. У тебя есть мы и плащ, сделанный из кусочков ткани. Мы из него сделаем замечательную одежду. Серьезно? Какая ты молодец. За мной. Вы это слышали? Вот такой макет. Я хочу помочь. Что я могу сделать? Я вот так умею. Ого, как ты это сделала? Ты летаешь? У меня есть друг Питер, который тоже умеет летать. Волчица это обожает. Чего-чего? Какая волчица? Ее зовут Кейра, и она очень любит поесть. Такая вот. Волк, отзовись и тут же тут появись. Тут появись? И до всех доберись! Эй, все побросали. Куда полезли? Давайте не отлынивать от работы. Крутая игра. Скарлетт, не отвлекайся, иначе нам не успеть. Колокол. Хорошо, хорошо. Итак, сначала рисуем узоры. Затем кладем на них обрезки и начинаем шить. Теперь скорее!
все на месте. Да, круто! Вовремя ты ее нашла. У Пигги будет две обновки. Это я. Дай-ка взгляну. Ого, супер! Плащ! Теперь я вспомнила. Это плащ из сказки Скарлетт про красную шапочку. Точно! Верно! Тысячу раз спасибо, Скарлетт. Скоро я в этом появлюсь. И тут два комплекта. Просто чудесно! Смотри, как она крепко спит после нашего праздника. Даже будить не хочется. Может, просто оставим записку? Да! Бэбис, подождите, не уходите. У меня для вас нечто особенное. Спасибо! Как круто! Просто вы меня очень вдохновили. Меня нужно было направить. Я сшила эти наряды на случай, если вы вернетесь за новыми приключениями. Вы лучшие. Спасибо, Скарлетт! Скарлетт Мэджик Тирс! Вот так Скарлетт, все усилия собрав, изготовила одежду, которой всякий рад. Ух ты! Вы откуда? Красивые наряды! Думаю, они нам еще не раз пригодятся. Фэнтези-бум, часть первая. Дейзи, на этот раз с большей энергией. И раз, два, три, и... There were three explorer babies who dreamed of a colorful world. A big tree, it's a sign. It took the babies to another land. And they discovered a world under the rainbow. It came out of its roots and a big crack opened. The pink baby tried to save us, and with her board... Нет, ты все неправильно поешь. Меч. Речь идет про меч. Да в чем разница-то? Ну хорошо, пусть будет меч. But she disappeared and came back to her world. Это очень важная песня. Все должно быть идеально. Проверим бэк-вокал. Pink, green and blue. And any other colors that we're going to find. It doesn't matter where you are, I can see you, you can see me. This is our greatest power. Еще раз сначала. Мне нужен перерыв, и я хочу пить. О, тихий час. Вы не понимаете, это очень важная песня. Никаких перерывов, пока не будете знать наизусть. Я тут побуду. Я тоже. Без остальных не смогу. Ладно, ладно. Дина, что такое? Все почти идеально. Почти идеально, значит, не идеально. Пойду с ней. За мной, Нара. Дина! Где она? Странно, она как-то к этой песне относится. Почему для нее это так важно? А? Что там? Сюда, Нара! А, круто! Волшебный меч! Дине он точно понравится! Ого, я силач! Наверное, это Несси. Идем, Нара, они будут в восторге! Продолжаем репетицию. Мечом она пыталась защитить. But she disappeared and came back to her world. Бэбис, Бэбис, Бэбис! Эй, смотрите, что я нашел. Меч! Прямо как в песне. Нет, не может быть, нет! Что опять с Диной? Она очень странно себя ведет. Мое, мое, мое! Кто это такая? Она такая, такая красивая. Хм, вы взяли меч Стелл.
Эллы! Теперь в фэнтези-мире будет бум! Видимо, что-то бумкнет в фэнтези-мире. Наверное, воздушный шарик. Опасность! Магия миров! Помоги! Что происходит? Крутой у тебя костюм! Мне нравится! Не костюм! Стелла ищет приключений! Приключения спасут фэнтези-мир! Я люблю приключения! Сейчас покажу! Ясно. Приключения зовут приключениям навстречу! Предметы, магия, миры, фантазии, бум! Кина! Они взяли меч твоей подруги Стеллы! Надо скорее Стеллу отыскать! И что не все в порядке ей сказать, иначе фэнтези миру придет конец! А что же нам делать? Кто молодец? Сколько там миров? Сториленд, бухта Тутти-Фрутти, долина бутылочек и фэнтези-мир. Маги из каждого мира или фэнтези-мир бум! Взрыв! Мне кажется, что особые пустышки каждого мира являются ключом к разгадке. Давай отправимся в долину бутылочек, нам нужна помощь. Эй! А? Тина? Дина? Стелла? Мы так давно не виделись. Они друг друга знают. Без понятия. Стелла соскучилась. Не теряем время! Необходимо пустышки получить, иначе фэнтези-миру придется потужить! Вперед! Нужна золотая пустышка! Только верните! Да, магия! Больше пустышек! Нужно скорее собрать все остальные! Вперед, вперед! Помогите, помогите! Держитесь, спаси! Продолжение следует. Она обо мне будет думать. Сейчас скажу. Да нет, ее разум беспокоен. Она думает только о трещине Дине и Тине. Идем, Бэйби. Неудивительно, что фэнтези-мир трещит по швам. Эй! Привет, Бэйбис. Ого, какие пижамы. Дай пустышку. Она нужна для спасения фэнтези-мира. Скорее, пожалуйста. Идем. Уверена, она будет на фабрике вкусов. Серьезно, откуда у вас эти пижамы? Будь я пустышкой, где бы я был? Может быть, здесь? Осторожно, Нори! Помогите! Пожалуйста, не шуми. Эй, какая классная пижама! Спасибо! Ты знаешь, где пустышка? Вчера ее видела у Малинового озера, но не волнуйтесь, она в надежном месте! Ой, пустышка у желешек, за ними! Эй, сюда! Не так быстро, нам нужна пустышка! Ай, нет, пустышка! Отдайте мое! Нет времени, фэнтези-бум! Может, тут? Или тут? Тут? Мы ее так никогда не найдем. Идем скорее отсюда! Сюда, скорее! Сюда! Нельзя уходить без алмазной пустышки! Она у меня! Что происходит? Скорее, нет времени!
такое ощущение, что вокруг никого нет. Эй! Мы ищем пустышку! Надо громче кричать! Наших усилий мало! Не обойтись без чуда! Привет! Вы не это ищете? Это чудо! Да, спасибо, Сидни! У нас нет времени! Скорее назад, ребята! Да, скорее! Бежим! Привет, Бэбис! Наконец-то! Достали? Круто! Отлично! Надеюсь, Тутти-Фрутти тоже нашли! Да, нашли! Супер! Мы все собрали! Хватит разговоров! Вперед! Но это очень опасно! Вдруг ты опять исчезнешь? Надо будет использовать все пустышки! Магия, миры, вместе и фэнтези-мир! Не-бум! Вперед! Да! Вперед! К фэнтези-порталу! Стелла, я... Сначала магия! Нет! И что нам теперь делать? Бум! Фэнтези-миру придет конец. Кто спасет его, кто молодец? Хватит плакать, Дотти, дай пустышку! Вы настоящие искатели приключений! Давай, Стелла, ты сможешь! Все? Ух ты! Мы это сделали! Ты просто молодчина! Молодцы, Бэбис! Pink, green and blue! Розовый, зеленый, синий? Это про вас песня, представляете? Да, это песня про тот день, когда Стелла провалилась в трещину и спасла фэнтези-мир! Я написала песню для нее! Песню? Для меня? Готова! Pink, green! To find, it doesn't matter where you are. I can see you, you can see me. This is our greatest power. Мне нравится. Pink magic tears. Ты не вернешься в свой мир. Пока что останусь тут. Фэнтези не бум, но мое сердце бум бум.